Обычно в нашей программе идет рассказ о трудном пути спортсменов на пути к успеху. Но эту девушку мы не для того позвали на съемки. С такой-то красотой поле для творческих экспериментов. Чемпионку России по пляжному волейболу Евгению Колову мы пригласили на модную сейчас аквафотосессию. Я ожидаю, что вода будет теплая. Потому что сейчас пока как бы не очень хочется туда заходить. Итак, первая поза, по нашему расчету, должна заинтриговать зрителя, дать понять, что дальше будет еще интереснее. Здесь Евгения приняла расслабленный вид, взгляд дружественный. Оказалось, что это вполне отвечает темпераменту спортсменки. Мне, наверное, было проще улыбаться, чем изображать такой сексуальный образ. Наверное, мне легче вот действительно какой-то более такой... в спокойной атмосфере. И все же первый барьер преодолен. По законам жанра следует показать заинтересованность самой героини в зрителе. Такой вот взгляд, как на этих кадрах, очень даже ничего. Но это, конечно, условность. Мы не брачное агентство, а у Евгении Уколовой и так все в порядке с личной жизнью. Мой молодой человек приехал сейчас вместе со мной, поэтому я думаю, что он не против, поэтому я достаточно спокойно к этому отношусь. И он тоже. Ну вот и тяжелая артиллерия. Евгению мы запустили под сплошной поток воды. Обрамляем это в соответствующие позы, и вот уже количество поклонников Евгении увеличивается на порядок. Правда, самой ей уже приходится непросто, а труд гримера вообще идет на смарку. Было не холодно, но то, что вообще то, что в воде, и вода периодически попадает в глаза, но это как бы не особо мешает, но так непривычно. С каждым кадром интерес нашей творческой группы ко всякого рода экспериментам только усиливается. Оно и понятно. Хочется представить девушку в более неожиданных ракурсах и настроении. Тут главное не перегнуть палку. Важно, чтобы и сама героиня чувствовала себя уютно, даже под искусственным ливнем. Мне кажется, что это должно исходить из того человека, который участвует. Ну, допустим, вот сейчас в какой-то момент, допустим, я сейчас почувствовала, что мне уже немного дискомфортно. Вот, собственно, и все. Что касается нашей творческой группы, то недовольство. Довольных, разумеется, не осталось. Евгению Уколовой пришлось пережить гораздо больше волнительных моментов, чем нам. Зато и понравилось, что не допрашивали по спортивной части. Это замечательно, потому что после победы в континентальном кубке на этой неделе было очень много звонков от журналистов, и все вопросы в основном были о спорте. Поэтому я рада, что могу ответить и рассказать не только о спорте, но и о кусочке своей жизни. Фото Евгении смотрите в блоге программы «Все включено» на сайте sportbox.ru. Скачивайте, присылайте ссылки друзьям, ставьте лайки. Дмитрий Лузган, Юрий Петров и фотограф Алексей Трунов. «Все включено».